сегодня утром в Чебоксарах лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Шокирующие кадры попали в интернет. Авария произошла на перекрестке у торгового центра «Мадагаскар» приблизительно в 8:45 утра. Водитель иномарки на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и вылетел на встречную полосу перекрестка, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом. От удара у «Мерседеса» сработали подушки безопасности. В больницу за помощью ни виновник аварии, ни пассажиры троллейбуса не обращались, сообщает портал «За рулем». Его посетители, кстати, уже прокомментировали ДТП. На троллейбусе большая надпись «Победе 70 лет» и подбитая немецкая машина перед ним. Символичненько. Штраф за невыставленную аварийку до кучи немцу. Троллейбусу звездочку нарисовать.